Здравия желаю, уважаемые телезрители. Представляем вашему вниманию БГТ СССР мини. Вот он. СССР 1. Так. БГТ СССР 1. КПД 177%. Так. Вход 65 ватт. 53 вольта. Выход 115 ватт, 12,5 вольта. Производительность чистой энергии 50 ватт выхода. Ну, свободная этот самый цело. КПД 177%. Сейчас включим. Вот, значит, это на 12 вольт, на 12 вольт, это на 24 вольта выход, это 16, вот, 16, так. Вот это выход, вольтметр, подсоединяем на вольтметр. Так. Вольтметр. Включаем вольтметр. Ноль по нулям. Включаем. Начинаем с меньшего включать. 12. Вот 12 вольт пошло. Далее включаем. 16. Далее включаем 24. Вот видите, напряжение растет. 12,6, 12,7, 40, 43, 46, 48, 50, 53, ну, в общем, в среднем 50, 55, 52, а вход 53 вольта. Вот такая система. 55 даже, ну 50 написал. Что внутри у нас? Внутри у нас мотор, генератор, тоже показывал. Мотор-генератор, мотор ведущий. И три выпрямителя соединены последние. Закрываем. Ручка, хороший корпус, надежный. Выхода вот есть, видите, выхода любые. Вентиляция. Вот вентиляция. Может, это если будет горячо там, вот открываешь. Вот видите, вентиляция. Когда не так жарко, как закрывать, если большая нагрузка. Дальше. Значит, сюда еще подключится ионистор. Вместо этого питания, вот питание сейчас сети, подключится ионисторы. Вот. И к ионисторам инвертор. И также будет вот эта вот переноска подключаться не к сети, а к инвертору. И будет, значит, на инверторе ионисторов 5 штук. И на выходе здесь 5 штук. И вот она будет, значит, работать. Плюс еще, значит, реле твердотелое. 3 штуки
будет переключать. Как это ионистор кончится заряд, он переключит, пойдет на это. То есть сейчас уже пришли, как говорится, пришли эти самые. Вот видите, и вид его, видите, вид отличный, вот вентиляция. Все. То есть это на малую мощность. Только если сюда поставить мотор, генератор такой же, ну где-то этот на 115, где-то на 500 ватт, будет 500 ватт. Мотор этот, мотор вполне потянет, то есть мотор менять не надо. Его просто обороты увеличить, если сейчас также 3000 оборотов, он также будет, даже больше будет производительность. Возможно, чуть-чуть добавить придется. То есть вот по такой схеме. Ну также ионистора будет 5 штук на эту. Еще 5 штук потянуты, 100 ватт. Но максимально надо будет. Если много, большой мотор, допустим, киловатт мотор. И питает его, допустим, мотор. Его может питать мотор 200 ватт. Ну, то есть. Нет, не 200, вру. Киловатт где-то мотор 300-400 ватт будет питать. И киловатт можно выдавать. И тоже в эту же коробку оно по объему-то не больше. Только повыше, но здесь еще есть место. То есть в эту коробку тоже войдет. Вот. То есть вот такая схема. И запускать будем уже в окончательном. Это сейчас пока, как говорится, заготовку осталось поставить, припаять на ионисторы блоки компенсации, чтобы они не сгорели. И все. И три реле подсоединить. Схема уже у меня есть, я схему давал, если кому надо. Ну все на этом.